Америке, конечно, тоже правительство свои тараканы размножаются в головах там. Но она такая красивая страна. И в отличие от Европы, где все из белого, черного, красного, серебра и чуть-чуть других оттенков, и американцев вы признаете сразу. Там машины красят во все цвета радуги. И мне лично очень нравится голубой металлик. А внутри все более интересно. Я бы так сказал. В Америке вы в квартиру и в квартире ходите в ботинках. То есть это не Европа и это не Азия. Такое странное впечатление, что я видел белый цвет всегда с вами. И здесь внутри все белое. Я вам еще раз напомню, что в Соединенных Штатах Америки за предоставление заведомо ложной информации вам будет вот так. На 3-5 лет. Теперь двигатель. Турбовый, естественно. И где они откопали механку, я не знаю. Но бывает. Хотя 90% машин там на автомате. Ну и маленькие проблемки, то оттуда. Там номера, как наши, до внедрения длинномеров. И спереди большие квадраты, и сзади. И вот еще и поэтому перед вами америкос.